А как надо Панчу лежать? Вот так. Сидеть. Это сидеть или лежать? Лежать. Вот так и сядь. Это лежать, да? Да. А ну, Панч, лежать. Панч, лежать. Мне вот так лежать. Панч, покажи пальчик. Вот Панч, лежать. Паузь. Лежать. Мне вот так, вот так надо лежать. Во, вот так надо лежать. Вот это команда лежать. Еще лежать или все? Еще. Еще, да? Да. Хватит. Хватит, да? Да. Ну давай, садись. Как надо сидеть? Показывай Панчу. Вот так. Вот так. Панч, сидеть. Панч, сидеть, вот так сидеть. Сидеть. Панч. Сидеть. Вот так надо сидеть. Видишь, как Ваня? Сидеть, Панч. И я. Вот так надо сидеть. Видишь, как? Вот так вот, да? Да. Вот эти команды надо делать, да? Угу. Понятно. Вы на канале Дани и Ваня. Вот так мы учим команду сидеть и лежать. Ребенок с собакой. Ребенок учит собаку с наглядной агитацией. Ну что, все? Не, еще. А что еще? Еще. А что еще? Еще пальчик. Вы на канале Дани и Ваня. Так что учитесь вместе с животными и детьми. Пальчик, чего не говорите? Панчик. Ничего не давай? А ну, пусть тебе лапу даст, подойди ему. Как надо давать? Показывай. Панчик, дай лапу. Лапу. Панчик, лапу. Выше подними ручку. Панчик, выше подними лапу. У него лапа. Панч, лапу дай. Лапу. Дай лапу. Лапу дай. Лежать. Сиди. Панч. Япу, Панчик, япу, Панчик. Дай лапу. О, молодец. Ням. Ване дай лапу. Ням-ням. Спасибо, Панч. Спасибо, да, Панч? Дал лапу, да? Поднял, да? Да, поднял. Вот. А ну, как Панч сделал, покажи. Вот. А ну, на мне покажи. Оси. Оси. А теперь я. А теперь я все. Так давай. А теперь я. А сейчас. Махай вот так ручкой всем. Теперь я. Сейчас будешь ты. Махай, привет. И сейчас ты будешь. Махай вот так. Привет. Нет. Не? Нет, теперь я. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. Папа, теперь.